Well, let's see the result. Параша. Полная параша. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have 3 lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Lots of luck to you. Какой командный вид спорта является самым популярным в мире? Футбол. That's the correct answer. You've got 100. You've had no problems so far. Какой тип обуви является частью немецкого национального костюма? Сандалии. I can't influence your judgment. Да. Туфли на шпильке. Веллингтоны. А кто такие веллингтоны? Сабо. Давайте 50 на 50. It's up to you. Сразу. Are you sure you want to use the 50? Computer, please take away 2 wrong answers, leaving the right answer and 1 other wrong answer. Сандалии. That's the wrong answer. The right answer was B. Сабо. Unfortunately, you've won nothing. Ты, блин, я что-то думал, что сабо это Голландия. Ой-ой-ой. Тяжело. Тяжело тут играть. Очень тяжело. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Давайте. Так. Гордон, потом Тони Блэр, потом Черчилль, потом Маргарет. Well, let's see the result. Чё, придурки? Ладно, будем считать, что я дурак. Будем толерантны. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit. And you have 3 lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire?
бесите своей долбанутой игрой. Best of luck. Какое из этих животных носит детеныша в сумке? Носорог, блин. Олень, конечно. Леопард, конечно. Выдра. I can't influence your judgment. Долбодятлы. That's the right answer. You've got 100. А знаете, что вы долбодятлы? Потому что долбодятельские вопросы задаете. На каком материке находится Дания? Да Европа, конечно. That's the correct answer. You might as well play it. Here it is. В каком здании в Вашингтоне расположен Конгресс США? Капитолий. That's the correct answer. Well done. You've had no problem so far. На какую букву начинается среднее имя голливудского продюсера Льюиса Майера? It's up to you. Вопрос, конечно, очень интересный. Что такое вообще среднее имя? Are you sure you want to use the Ask the Audience lifeline? Да, я хочу помощь зала. Тут... Let's hope the audience can get this one for you. Press your buttons now. У меня просто вопрос к ребятам, которые эту буржуйскую игру переводили на русский язык. Они как? Пользовались какими словарями? That's the right answer. Перевод так себе. Игра. This is the last point that you could win nothing at all. Конечно, игра, конечно, интересна. Какой национальности был кинопродюсер Walt Disney? Откуда я знаю? You can phone a friend. Француз, американец, британец, австралиец. Не знаю. Are you sure you want to use the 50-50 lifeline? Ну, не знаю я. Computer, take away two wrong answers and leave the right answer and one other wrong answer. Судя по... Ну, в общем-то, наверное, он был австралиец. А, раз он сказал... I'm sorry, that's the wrong answer. Да. The right answer was B. Он американец. Sadly, you've ended up with nothing. Він був американцем. Ой, как эта игра меня достала. Честно, причестно. В этой игре только психуешь.
Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Да пошел! Let's play. От Кирилла я знаю сухопутные границы этих стран. Вы дорогие в роли. Достали своими вопросами. Я начну скоро материться. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit. And you have three lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Nothing. Lots of luck to you. И тебе ж того же. Какой продукт получится при взбивании сливок? Ой, ну, вообще-то, вы знаете, что такое сепаратор? Это когда коровье молоко туда вливаешь. I can't influence your judgment. Да не транди, ты этого не знаешь точно. А вообще-то, получается масло. That's the right answer. You've got 100. You might as well play this. По какому континенту протекает река Ганг? Азия. That's the correct answer. Вот сидит козёл лощёный, а? You've had no problem so far. При галстуке крепче стакана в руке ничего не держал, как Филипп Киркоров. А строит из себя, не знаю кого. Короче, You've got to ask the audience if it helps. Какое кодовое слово присвоено букве Y в фонетическом алфавите НАТО? Ну откуда я знаю, а? Вы чё? It's your choice. Да пошёл ты! Are you sure you want to use the Ask the Audience line? Да, я хочу. Okay, audience, let's see if you know this one. Choose your answer now. Не дай бог, такие вопросы опять же в ЕГЭ встретят. Most of the audience think B is the right answer. Хорошо, это янки. Ну, на. Well done, that's the right answer. Ай. Как я рад. Как я рад. You might as well play it. Here it is. Едем в Ленинград. Завершите название блокбастера. Ангелы. О, да. Are you sure you want to use the 50-50 lifeline? Пошел. Computer, take away two wrong answers. And leave the right answer and one other wrong answer. Кто такой Том Хэнкс? Ну вот я сейчас скажу херувимы. I'm sorry, that's the wrong answer. Да пошел ты, The right sorry. Answer was D. Все. Unfortunately, you've won nothing. Nothing. Пошел ты, nothing. Сам.
Я бы тебя еще дальше послал бы. Но YouTube не позволит.